Друзья, всем салам с Каспийского берега. Сегодня решили устроить на даче такой хороший пивной соберончик. А какой пивной соберон без креветок, без бакинских рачков. И за это выехали вот на берег моря. Ищем креветки. Что-то пока неудачно, сейчас поменяю позицию, может быть повезет. В общем, пока ловим креветки для нашего пивного застолья. Креветки все-таки поймать мы смогли. Значит, ну где почти пол ведра креветок. Это каспийские креветки, самые натуральные. То есть натуральнее этого ничего нет. Вода в нашем котелке, в казане уже закипает. Значит, опустим большой пучок петрушки. Так. Выжмем вот так лимоны и бросаем туда. Горошек, перец, горсть. Так, бросаем. Даже можно чуть больше. Пару листиков лаврового листа. Воду надо сильно посолить, потому что креветок много, около 5 килограмм креветок. Все, ждем, как вода закипит, уже опустим наши креветки, наши рачки туда. Все, друзья, вода бурлит, кипит, насыпаем наши креветки. Все, друзья, креветки готовы. Вытаскиваем их. Друзья, ваше здоровье. Этот сегодняшний ролик мы хотим посвятить всем бакинцам. Тот, кто жил в Баку, тот, кто живет в Баку, тот, кто будет жить в Баку. Наверняка все знают, что такое каспийские креветки. Мы их называли даже бакинские рачки. Их даже называют бакинские семечки по-разному. Баку очень популярная закуска к пиву. По мне, так самая лучшая закуска к пиву. Вот это наш классический бакинский пивной стол. Много креветок, сушеная вобла. И вот это наверняка бакинцы все поймут, о чем речь. Это вареный горох. Нут или нохут называют, как говорится. Я не знаю, где, кроме Баку, к пиву дают вареный горох. Мы очень любим эту закуску. И практически любой пивной стол обязательно бывает с
снудом, с горохом, с нохудом. Ну и это уже классика. Сушеная вобла и наши, это, как говорится, корона наших стола. Креветки, вареные креветки, как здесь были. Дорогие бакинцы, опять повторюсь, в прошлом, в настоящем, в будущем, пью за всех. Будьте здоровы. Приезжайте к нам в Баку, приезжайте к нам на Абшерон, на это прекрасное море. Посмотрите, какое сегодня море красивое. На эти теплые пески. Будем отдыхать, встречаться, кушать, пить, кайфовать. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте. До свидания, до встречи на Каспийском берегу.